В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как в Даугавпилсе начала работать система видеонаблюдения полиции самоуправления. Внедрение системы стало существенным подспорьем в обеспечении общественной безопасности и порядка в городе и позволило не только выявлять нарушения, вандализм и, возможно, другие преступления, но и принимать превентивные меры. Система видеонаблюдения в Даугавпилсе начала работать в августе 2012 года. Изначально речь шла о 57 камерах. Они в основном были размещены в центре города. Установка системы видеонаблюдения в городе помогла более оперативно фиксировать различные правонарушения, соответственно, реагировать более оперативно, а также предотвращать различные возможные правонарушения. За 10 лет система видеонаблюдения значительно развилась, и количество видеокамер в городе увеличилось до 161. В распоряжении Даугавпилсской полиции самоуправления также есть мобильные камеры видеонаблюдения, которые можно размещать даже там, где нет постоянного подключения к электричеству. В настоящее время система видеонаблюдения работает не только в центре города, но и в других микрорайонах. Камеры ставятся в местах, где по статистике уже были нарушения. Это общественные места, где может собираться большое количество людей. Например, возле школ на площади Венейбас. Эти камеры работают 24 часа в сутки. Операторы поста видеонаблюдения также работают круглосуточно. С помощью камер фиксируются события разного рода, в том числе и нарушения. Статистика, собранная Даугавпилсской полицией и самоуправления, показывает, что в среднем в день с помощью камер фиксируется 8 ситуаций, когда полицейские должны реагировать оперативно. Ситуации бывают разные – конфликты, драки, кражи, вандализм, спящие на улице люди. Даугавпилсская полиция самоуправления активно сотрудничает с государственной полицией и другими правоохранительными органами, предоставляя им необходимые видеоматериалы. От государственной полиции часто поступают запросы о различных дорожно-транспортных происшествиях, поскольку у водителей и пострадавших часто разные версии случившегося, но на видеозаписи видно, что произошло на самом деле. Налажено тесное сотрудничество, особенно с государственной полицией, а также с другими правоохранительными органами. Если возникает ситуация, входящая в компетенцию государственной полиции, то эта информация автоматически передается коллегам. С помощью системы видеонаблюдения можно успешно определить местонахождение транспортных средств и их водителей, покинувших место дорожно-транспортного происшествия. Такие видеоматериалы часто запрашивают сотрудники дорожной полиции. Систему видеонаблюдения также используют участковые инспекторы для выяснения фактических обстоятельств дела, принятия решения о правонарушении или обращения за помощью в установлении виновных лиц. При сотрудничестве с криминальной полицией каждый случай индивидуален, однако и для этого разработан определенный алгоритм. С 2012 года в течение 10 лет Даугавпилсская полиция самоуправления выдала правоохранительным органам почти 2500 видеозаписей. Полиция самоуправления регулярно следит за техническими тенденциями развития приборов видеонаблюдения, чтобы модернизировать городскую систему видеонаблюдения, что и в будущем позволит эффективнее обеспечивать общественный порядок в Даугавпилсе. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилсского городского самоуправления.